Благословен Бог наш, всегда ныне пресно и во веки веку.
Отцу и Сыну и Святому Духу. Веку.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко Ты си воскресенье живо и мертвыми обладаешь, воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Прежде всего, мы с вами поминаем Марию Федоровну, память которой мы с вами совершаем. Руками Марии Федоровны, собственно, и создан и дворец, и парк этот. Посему и мы с вами ее поминаем сегодня, и радуемся, и купола звонят колокола, и мы с вами, дорогие братья и сестры, все свидетельства им о том, что именно после молитвы здесь, у этой гробницы, восстановился наш храм. Чудом Божиим Господь по молитвам Павла Петровича послал нам и делателей, тех, кто взял на себя труд совершить это дивное дело. И мы вновь с вами можем приложить еще одно чудо, которое совершилось по молитвам Павла Петровича. И мы надеемся с вами, дорогие братья и сестры, что так и будет, что прославит царя-мученика, страстотерпца, который пострадал за Отечество свое, положил душу за нее, и государиня-императрица воистину займет соответствующее ей место. И мы с вами будем прославлять эту дивную семейную пару, которая дала так много нашему Отечеству и нашему государству. Сегодня также мы с вами чтим память и Марии Федоровны, императрицы, жены Александра III. Она воистину претерпела много, пережила и царя-мученика, страстотерпца Николая II, и скорбела до последних дней своей жизни. И ныне упокоилась здесь, под сводами дивного Петропавловского собора. Вот сейчас, буквально перед панихидой, мне рассказали историю о том, что икона, помещенная здесь на клиросе, Иерусалимская икона Божией Матери, которая в 28-м году была подарена императрице Марии Федоровне, она вдруг источать стала слезы, и она так продолжала источать слезы, пока не завершился процесс разрешения перезахоронения ее и здания сюда, в Петропавловский собор. И как только были подписаны последние документы, слезотечение прекратилось. Вот, дорогие братья и сестры, мы с вами видим дивные чудеса, которые совершает Господь по молитвам своих угодников, своих страдальцев. А сегодня мы как раз находимся под сводами собора, где погребены наши императоры. Мы с вами не поминали сегодня всех, хотя сердце наше разрывается, и хочется помянуть каждого, и к каждому подойти, и у каждого попросить помощи и заступничества за наше Отечество. Мы переживаем с вами непростое время, и нам с вами необходимы молитвы наших святых и царей, которые много потрудились на защиту нашего Отечества, на его укрепление, и сейчас их молитвы будут не последними пред престолом Бога Живаго. Посему, дорогие мои, я призываю вас молиться за наших императоров, за тех, кто действительно служил своему Отечеству, и был всем слугою, как это делал и Павел Петрович, и Мария Федоровна, память которых мы с вами совершаем. Аминь.
Ну вот, дорогие, сейчас мы с вами приложимся к гробницам, воздадим последнюю память. Thank you.